Больших проблем в плане социально-экономического развития в ноябрьске в 2012 году не было. Это основной вывод, который следует из ежегодного доклада главных городских экономистов. Документ они представили на заседании постоянных депутатских комиссий. По приведенным данным, в строительстве, торговле и социальной сфере наблюдается рост показателей. А вот численность населения, наоборот, уменьшилась, в том числе трудоспособного. Но это, уверяют специалисты, пока не проблема. И в связи со снижением общей численности населения, ростом численности населения пенсионного возраста и увеличением рождаемости, в связи с этим наблюдается небольшое снижение лиц в трудоспособном возрасте. Ну, это также не является проблемой, потому что, в принципе, трудоспособное население нашего города полностью пока обеспечивает потребность организации в трудовых ресурсах. В докладе говорится и о том, что среднемесячный доход жителей города в расчете на одного человека в минувшем году увеличился более чем на 24% и составил 44 159 рублей. Логично, что при этом и среднемесячная заработная плата, по данным экономистов, тоже выросла. Здесь рост составил почти 9%, а в рублях это 54 986 рублей, что, кстати, очень близко к показателям Росстата. По данным столичных экономистов, средняя зарплата горожан составляет ровно 55 тысяч рублей. К слову, эти цифры вызвали некоторое недоверие у депутатов городской думы. А по мнению ее председателя, это больше отражает зарплаты работников предприятий ТЭКа, но никак не всех организаций города.